Вот мы тут пытаемся справа обойти эту лужу. Ну-ка, я ее сниму. Вот смотрите. Вот это море. Не знаю, видно, не видно. Видно, нет. О, плывут, плывут. Сейчас мы это заснимем. Плывет, плывет кораблик. Вот экстремал, смотри, как-то. Так, вообще он расфокусирован. Во, сосредоточился. Человек преодолевает лужу. А мы пытаемся ее сбоку обойти. Мы тут с той стороны ее пытались обойти, но это невозможно. Ну вот. Плывет. Она большая. Вот она. Мы с той стороны попытались обойти. Нифига, нифига. Все, Венеция. Проплыл, смотри, кто проплыл пятерка. Все, ура. Молодец. Вот эта лужа, она вот такая огромная. Так, сейчас я обойду. Кирилл, он тут где-то стоит уже. Так, вот тут Венеция. Вы видите, что это лужа? А, видно вот это море. Вот, смотрите, вот она бликует. Ага, залив. Вообще нормального размера. Вот она продолжается. И обычно на подъезды на три. Ой, сейчас я. И мы ее преодолеваем под подъездом. Так. Тут сейчас будет нифига не видно. Немножко видно. Тут. О. Темнота. Так, тут лужа продолжается, но не видно нифига. Тут точно металлическая темнота. Да, я вижу, в общем, тут лужа. Это уровень первого подъезда. Ну, пошли. Так, сейчас посмотрим, кончится ли она у второго подъезда. Сильно сомневаюсь, нифига. О, вот здесь видно, смотри-ка, Венеция. Товарищи, лужа продолжается у второго подъезда. Офигеть. Вот она. Так, сейчас поедем. Там есть... Там есть, походу, здесь есть дыра. Здесь. А, здесь дыра? Ну, я в очках. Я не вижу дыры. Ну, вот, вот с этой стороны. Видишь? Ну, да, в очках. Все, лужа. Что, закончилось? Это какой подъезд? Третий? Так, погоди, у меня видеосъемка. Надо ее закончить. Вот, товарищи, лужа продолжается на три подъезда. Видно вам, не видно? О, ура. Ура, она наконец-то закончилась. Все. Готовьте лодки.